сложны и многообразны. Следующий слайд. Here you can see the properties of blue lighting. The properties of blue lighting are based on the statistics of the observations. Значит, здесь, ну, можно следующий слайд, я подробно не буду останавливаться. Здесь 20 свойств шаровой молнии я выделил, ну, вот по мере убывания статистики, наблюдений. Значит, база данных Григорьева насчитывает более 5000 наблюдений. И вот самое маленькое количество, 0,5%, составляет 26 случаев наблюдения, там 0,8 уже 42 и так далее. В общем, 2% это уже 100, да, то есть, ну, достаточно большая статистика. И вот вы можете видеть, что вращение шаровой молнии, да, наблюдается примерно в 5% случаев. И, в общем, где-то в середине таблицы, то есть достаточно частое, ну как, сравнительно частое свойство, да, то есть его нельзя сбросить со счетов, ну, потому что тогда нам придется половину вообще других свойств отбросить. Вот, проблема в чем состоит? The problem of the rotation of ball lightning. Проблема состоит в том, что объект легкий, то есть плотность, порядка плотности воздуха, иначе трудно объяснить его левитацию. А вращение происходит с достаточно большой скоростью, согласно данным наблюдателей. И в течение данных? Всего времени... Назови, на основе чего определялась скорость вращения? Конечно, это субъективная характеристика. Вот, но... Нет, субъективно... Подождите. Да, давайте... Нет, здесь... Нет, конечно, нет здесь фотографии, успокойтесь. Значит, данные наблюдатель, то есть наблюдатель сообщает, что вращение происходит быстро. Вот, что значит быстро? Ну, я отношусь к такому быстро, еще на этом вопросе остановлюсь, потому что мне нужно будет для численных оценок. Значит, конечно, более точных каких-то характеристик нет. Значит, вторая проблема, связанная с вращением. Вторая проблема, связанная с вращением, это то, что если шаровая молния однородный объект, да, то вы никакого вращения не увидите. Правильно? То есть должны быть какие-то внутренние неоднородности, и по движению которых наблюдатель, собственно говоря, видит, что шаровая молния вращается. И что это за неоднородности? Вот они описываются наблюдателями как некие светящиеся точки или нити. Вот разные наблюдатели по-разному, как бы говорят, некоторые говорят, что точка, некоторые, что нити, некоторые вот затрудняются определиться, что это там точки или нити, но они быстро движутся и вращаются. Некоторые описывают как клубок светящихся нитей, вот такие вот описания. Ну, все это достаточно странно, особенно потому, что ну, в большом проценте случаев шаровая молния наблюдается с близкого расстояния. Это сейчас, вот, там, боюсь соврать, но где-то порядка там порядка 35% это наблюдение с расстояния порядка метра, а если там брать 5 метров, то это где-то около 50% случаев. И вот в большом количестве случаев шаровая молния описывается как однородно светящийся объект без какой-либо внутренней структуры, а у вращающихся шаровых молний почему-то эта вот структура какая-то появляется в виде светящихся вот этих нитей и точек движущихся. И вот происходит их вращение. Вот это все очень и очень странно на самом деле выглядит. Вот, потому что если это объект одной природы, то как вот один и тот же объект может так по-разному выглядеть и себя вести? Ну, следующий слайд. Вот, ну, тут, собственно, мы переходим плавно к теоретическим интерпретациям. Значит, ну, я как бы тут развиваю некую свою модель. Вот эта модель, она ну, достаточно универсальна и позволяет объяснить на самом деле вот весь тот список из 20 свойств шаровой молнии, о котором я говорил. Значит, в чем суть модели?
модели предполагается, ну, такое смелое предположение, что шаровая молния — это, вообще говоря, объект, состоящий из материи другого сорта, несколько. Точнее говоря, это результат взаимодействия этой материи другого сорта с обычным атомарным веществом. Вот. Материя, ну, родственная тому, что сейчас физики называют темной материей. То есть это материя, которая слабо взаимодействует с обычным веществом, состоит из каких-то неизвестных частиц, и частицы друг с другом взаимодействуют достаточно интенсивно, образуя конденсированную фазу. Вот. Ну, вообще говоря, жидкость, да, поскольку шаровая молния, как мы знаем, меняет свою форму, имеет некое поверхностное натяжение, вот, сохраняет целостность, вот, и вот, выглядит внешне как такой шарик светящийся. Вот. Если эта материя находится в неравновесном состоянии с обычным веществом, если она, проще говоря, сильно нагрета по температуре несколько тысяч градусов, то благодаря слабости взаимодействию с молекулами воздуха может происходить медленная передача энергии воздуху, соответственно, нагрев термический, свечение, ионизация. И на самом деле эта модель также объясняет движение шаровой молнии относительно воздуха, как, ну, движение сквозь фактически воздушную среду, да, в силу слабости взаимодействия воздух не увлекается при этом. Ну и понятно, что такая модель, она легко объясняет, почему, например, шаровая молния проходит сквозь стекло. Вот там вот в этой табличке у нас были такие данные, потому что, ну, в общем, через обычную атомарную материю она достаточно легко проникает. Давайте следующий слайд. Вот. И материя должна обладать следующими свойствами. Во-первых, очень низкая плотность, существенно меньше плотности воздуха, жидкое агрегатное состояние, поверхностное натяжение, соответственно, и слабое взаимодействие с атомарным веществом. Вот. И такую материю я назвал связанная материя, в английском варианте tight matter. So this terrible lightning explain all these properties of ball lightning, and this we suggest that there is matter of a new kind, something like a dark matter, and more следующий слайд, and then we write some equations of this matter and explain all properties of ball lightning, and I show how to explain the rotation of ball lightning too. Следующий слайд. Ну вот, собственно говоря, можно следующий, да, перейдем, собственно, к системе уравнений. Вот еще одно маленькое уточнение. Значит, прежде чем, собственно, систему уравнений записывать, ну, понятно, что это некая система уравнений сплошной среды. Вот, но ключевой вопрос в следующем. А, собственно говоря, это вот что у нас будет? Это будет у нас классическая жидкость, да, классическая конденсированная среда, или это все-таки квантово вырожденная материя? Вот следующий слайд. На самом деле, вот есть универсальный такой критерий квантовой вырожденности материи. А вот, если следующий слайд его применить для вот нашего случая, то есть температура где-то около 3000 градусов Кельвина, плотность существенно меньше плотности воздуха, то оказывается, что такая материя будет квантово вырождена, если масса ее частиц эффективная будет, ну, вот, существенно меньше 8 масс электрона. Ну, в общем, на самом деле вполне реальная величина. То есть, в принципе, не такие уж и легкие частицы должны быть. То есть, ну, фактически, если у вас масса меньше электрона, то вы можете получить квантовую вырожденность вот при такой температуре, при такой плотности. А температура, ну, из там предыдущих исследований, температура этой материи, температура, которая необходима для того, чтобы вот соответствующие эффекты производить, свечение, там, ионизация, вот, на самом деле, вот, по взаимодействию с металлами, вот, дает такой хороший термометр, вот, потому что, ну, известно, что вот часть металлов, ну, железо в некоторых случаях оплавляется, а в некоторых случаях испаряется. А отсюда мы можем некую оценку для температуры дать. То есть, поскольку мы знаем температуру кипения железа, да, ну, соответственно,
Плотность, плотность должна быть существенно меньше плотности воздуха, иначе проблемы с левитацией возникнут. Он будет падать, проще говоря. А следующий слайд. Значит, ну вот, собственно говоря, поэтому на самом деле предположение о ее квантовой вырожденности, оно вполне реалистичное. И более, а если она квантово вырождена, тогда возникает вопрос, это вот Бозе или Ферми жидкость, да, то есть это частица с целым или с полуцелым спином. Вот. Но оказывается, наиболее интересный случай, это вот случай, когда она является Бозе жидкостью. И вот дальше мы будем рассматривать только его. И, собственно, именно вот в рамках этого подхода как раз удается объяснить вращение шаровой молнии. Следующий. Вот, ну, вот записывается system of occupation of this matter, and this is not a classical liquid, as we suppose. It is a quantum liquid, and the liquid with a superfluid, as we think. Ну вот я не буду, можно следующий слайд, не буду подробно останавливаться на этой системе уравнений, ну, по ряду причин, потому что не очень интересно, в этой аудитории будет и второе, что на самом деле эта система нам не очень понадобится. Следующий слайд. Вот, и следующий. Значит, следующий слайд можно? Значит, и еще следующий. Значит, и еще следующий. Вот, значит, подчеркнутые члены в этой системе уравнений, это другая гамма. Это специально там вот со штрихом, чтобы не путать с обычной. Это члены, которые характеризуют взаимодействие этой материи с обычным веществом. А вот то, что не подчеркнуто, это на самом деле все известные уравнения, которые описывают двухжидкостную гидродинамику, ну, то есть гидродинамику вот сверхтекучей жидкости. Граничные условия, типичные граничные условия для жидкости тоже. Значит, из этой системы уравнений мы сейчас перейдем к более простому приближению. Нас будет интересовать восьмое уравнение, да, и пятое. Вот все остальное у нас, в общем-то, выпадет. Следующий слайд. Значит, здесь начальные условия. Значит, ну, во-первых, объем должен быть конечный. И на самом деле, если объем больше кубического метра, то ну, можно показать, что просто будет неустойчиво. Будет распадаться на более мелкие. Значит, температура воздуха вообще должна быть, ну, это третье условие, да, должна быть не очень высокой, то есть это не ионизированное, не плазма, не плазменное состояние, ну, то есть термической ионизации там нет. Вот, и очень важно, это вот второе подчеркнутое условие, это то, что должна быть большая разность температур между температурой воздуха и температуры вот этой вот материи связанной, то есть, ну, существ больше 1000 градусов, ну, вот я говорил, 3000 кельвинов. При этом, на самом деле, воздух, вот делались такие расчеты, при движении шаровой молнии нагревается очень незначительно, там температура, ну, порядка 20 градусов нагревается воздух. То есть он холодный практически при комнатной температуре, при том, что, значит, вот температура этой материи порядка 3000 градусов, ну, в шаровой молнии. Ну, естественно, нагрев, как мы предполагаем, за счет удара обычной молнии происходит. Следующий слайд. Значит, по поводу вращения, собственно говоря. Значит, дело в том, что вот твердотельное, так называемое, вращение вот в сверхтекущие компоненты, а дело в том, что именно сверхтекущие компоненты тоже только может длительное время вращаться. Вот, понятно, что компонента нормальная, вот, в сверхтекущей жидкости, она очень быстро вот, ну, тормозится за счет трения. Длительное время может сохранить вращение только сверхтекущий компонент. Так вот, твердотельное, так называемое, вращение, когда в жидкости вращается как целый объект, такое твердое тело, да, оно для сверхтекучей компоненты невозможно, согласно уравнению 8. Вот, на самом деле, ну, то, что я рассказываю, это общеизвестные вещи из физики сверхтекущей жидкости. Следующий слайд. Возможно только вращение за счет появления вот таких вот вихревых нитей. Вот здесь вот как раз написано вот эта система уравнений, да, к которой сводится ситуация, если мы хотим рассмотреть только вращение, да, а как бы вот движение у нас просто вот движение этого шарика равномерно примерно. Да, ну я за счет вопросов тогда захвачу, хорошо. Нет, давайте вопросы. Давайте следующий слайд. Так, значит, ну вот, собственно, такое граничное условие. Следующий слайд.
Вот. Ну и вот решение, то есть тема уравнений, которая записана выше, оно выглядит следующим образом. То есть, скорости потоков, да. Значит, что здесь важно, что эти нити получаются вихревые, квантованные. То есть, дискретные значения, вот, собственно говоря, возможного момента, возможно, но это вот квантомеханика накладывает условия. И на самом деле вот из всех возможных значений устойчивость наблюдается только вот при и равном единице. То есть, в принципе, вот вихревая нить, она вот вращается с фиксированной некоторой скоростью угловой. Да, следующий. Вот. А интересная ситуация возникает, когда много вихревых нитей возникает. Они начинают взаимодействовать друг с другом, и оказывается, что вот вихревая нить, она имеет вот такое центральное ядро, кор, так называемое. Вот. Она движется со скоростью сверхтекущей компоненты. Это общее правило, которое не имеет исключения. Вот. А поскольку одна вихревая нить создает соответствующий поток сверхтекущей компоненты в районе другой, то значит, вторая начинает двигаться. Так они вот если две нити, они будут двигаться вокруг общего центра. Если их много, они, значит, вот вокруг некого общего геометрического центра будут двигаться. Вот с такой вот угловой частотой. Следующий слайд. Это зависит от направления. Они не могут... Ну, если они все параллельны, конечно. Вот. И фактически что будет происходить? Вот структура, которая возникает у нас автоматически. Ну, можно показать, кстати, это отдельная тема, что в разогретой этой материи они будут еще и светиться, эти нити. И вот движение таких вот светящихся нитей, по-видимому, видит наблюдатель. Они, кстати говоря, еще могут быть, это не идеальная картинка, да, там, они еще могут там вихревое какое-то движение в жидкости, все гораздо сложнее на самом деле. То есть это могут выглядеть как вот клубок таких нитей запутанных. Следующий слайд. Так вот, что интересно. На самом деле, зная вот эту вот угловую скорость критическую, начиная с которой мы начинаем видеть эти нити, да, и фактически плотность нити минимальная, это одна нить, которая появляется там, да, и вот начиная с некоторой критической скорости. Ну вот мы прикинули, что, будем считать, что это вот один оборот за время существования шаровой молнии в среднем, то есть один оборот за 8 секунд. Вот. Мы, исходя из этой критической скорости, там, вот наблюдатель видит, когда начинает достаточно быстро вращаться. Да, вот эти нити появляются, начинают, значит, не сразу. Там есть некая критическая скорость, при которой появляется первая нить. Правильно? Вот. И исходя из этой критической скорости, оказывается, можно вытащить массу. То есть этот параметр, он зависит исключительно от одной вещи, от массы, эффективной массы частиц этой материи. И оказывается, можно таким образом вытащить из модели массу частицы материи эффективной. Можно следующий слайд. Оказывается, что она равна примерно 10⁻³² килограмма, то есть 10⁻², масса электрона. Вот фактически масса частицы, вот частицы, которых эта материя состоит. Ну и вот следующий слайд. Вот это вот радиус ядра вихревой нити, вот центральной части, в которой разрушается сверхтекучесть. Этот радиус равен примерно 30 нанометров. Следующий слайд. Ну и кратенько скажу еще о объектах более сложных. Потому что, кроме вихревых нитей, которые заканчиваются на границах шаровой молнии, да, могут быть еще вот такие вот замкнутые колечки. Вот, колечки вот самого разного радиуса, практически от микронного, да, и вот до размеров шаровой молнии. Следующий слайд. Эти колечки, следующий слайд, вот, они будут двигаться тоже за счет вот этого же эффекта. Ну, это вихревые колечки. На самом деле все здесь очень похоже на классическую гидродинамику. Будут двигаться с некоторыми скоростями. Следующий слайд. Вот. И вот такие колечки, они могут выглядеть как светящиеся точки для наблюдателя. Если там еще вращение накладывается, то эти светящиеся точки будут двигаться со своими скоростями. Еще на это будет накладываться вращение общее. И следующий слайд. Оказывается, можно рассчитать скорость движения этих колечек. Следующий слайд. Ну вот оценочка такая, что при радиусе в 1 сантиметр скорость таких колечек будет составлять примерно 7,5 метров в секунду. Вот. Все, спасибо. Следующие выводы. Спасибо за внимание. А выводы можно оставить пока. Спасибо. Давайте вопросы. Анатолий Иванович. Да.
Значит, ну, все коротко. Все-таки. Да. Но вот здесь сидят гидродинамики, и ты правильно сказал, что нити не может быть. Она должна заканчиваться где-то на этих самых. Да, да, конечно, на границах. На границах, да, на границах шарика. Никто не видел, чтобы вот на сфере они замыкались друг на друга, и это была граница. Понимаешь, нет, они у тебя вот так располагаются. Нет, они на границах. Я об этом не сказал, но они заканчиваются на границах шарика. Чего? Шар молнии — это шарик конечного объема, как я говорил, шарик. Да? На границах этого шара заканчиваются нити. Граница должна быть твердой. Она нет. У вас, ну представьте, у вас жидкость, шарик жидкости летает в вакууме. Без воздушного оценки. Вот скорость звука там, значит, взял, значит, откуда ты взял скорость? Хороший вопрос. Скорость звука, она связана с теплоемкостью очень тесно. Теплоемкость шаровой молнии оценивается из наблюдательных данных. И скорость звука определяется, ну, в общем, со сравнительно хорошей точностью, где-то, ну, плюс-минус, там, 50% это считается хорошая точность в данном случае. Ну, скорость звука – это надежная величина, 0,7 на 10^6 метров в секунду. Спасибо. Да. Спасибо. Из теплоемкости. Теплоемкость определяется одним параметром – скоростью звука. Да. Это отдельная тема, но не могу обо всем сразу рассказать. Валерий Николаевич, пожалуйста. Ну, тут ты на вопрос Анатолия Ивановича о скорости звука ответил. Скорость звука из теплоемкости, а теплоемкость из скорости звука. А теплоемкость из наблюдений? Никаких наблюдений на эту тему у вас нет, так? Вопрос задаю. Да. Вот про вращение. Все-таки да. Речь да. о вращении да, да, да. сегодня да, должна да, идти. Да. Можно ли привести какие-то опубликованные данные о том, что вращалась она? Это что наблюдается вращение шаровой молнии, опубликованные данные. Почему? Я могу сказать. Потому что о вращении заговорили мы с Дмитрием Сергеевичем когда-то. Уже опубликовано. Опубликовано. Вот нет ли, вот не эта ли публикация сгенерировала идею о вращении? У меня вопрос. Ну, он такой, может быть, о том, необходимо референсы тогда делать. Спасибо. Эффект Доплера? Нет, не это. Приведите пример хотя бы один для вращения, публикации. Да, публикации нет. Есть публикации, опубликованные показания очевидцев, да, где описано. Да. То есть фотографии я не знаю. Еще вопрос. Давайте больше. Нет. Ну, это же видео. У меня должно такой быть. Вопрос, видео. Может, не совсем по теме, но шаровой молнии имеет отношение. Вот шаровые молнии, тут базы данных и прочее, они наблюдаются во время дождей. Да. Наблюдались ли шаровые молнии где-нибудь в жарком климате, в пустынном климате, в песчаных бурях, когда нет воды? Хорошо, понятно. Да, наблюдаются. Более того, дело в том, что электризация может возникать и действительно при песчаных бурях, и есть еще вид электризации в вулканическом пепле. Да. Вот. И наблюдалось и при песчаных бурях, и в вулканическом... Спасибо. Да, еще вопрос давайте. Вы знаете, у меня формальный вопрос. Там формула 17 и предыдущая формула. Ну, можно, да. Да, ладно. Вот 17 и предыдущая формула. Вот какая из них верна? Потому что они как бы это самое... Либо я чего-то не понимаю, не заметил. А покажите еще раз. Вот. Смотрите. Я забыл исправить, да. Вот это вверх, вот это верно. Конечно, да. Хорошо. Да. Ну все, вопросов больше нет, да? Благодарим докладчика.